Академический театр музыкальной комедии продолжает праздновать 50-летие. Коллектив принял поздравления от главы региона. За успешную деятельность театру выразил благодарность президент страны. Богатая история театра, немало ярких событий, целая плеяда замечательных артистов, солистов, композиторов и музыкантов. Отрадно, что сегодня талантливый коллектив продолжает радовать публику интересными постановками, ведет активную гастрольную деятельность и участвует в международных фестивалях, вносит заметный вклад в сохранение культурных традиций. Желаю вдохновения, творческих успехов и благодарных зрителей. Касым-Жомарт Токаев. Вручение благодарственного письма от президента стало приятной миссией, делится Ермагамбет Кабдулович. Юбилей Академического театра музыкальной комедии – большой праздник как для театрального сообщества, так и для ценителей искусства. Карагандинцы не пропускают ни одной новой постановки, а у гостей города место стоит обязательной точкой посещения. Моя мечта как руководителя – чтобы театр жил и продолжал свое звездное творческое шествие по нашей замечательной стране, развивался, умножался, ну и естественно пополнялся молодыми талантливыми кадрами, которые продолживали то начатое дело, которое, в общем-то, театр начал 50 лет назад. Карагандинский академический театр музыкальной комедии начал свою деятельность 16 ноября в 1973 году. Тогда состоялась первая премьера оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер». Это стало первой страницей в истории храма культуры. Звездный путь театр начинал в Темиртау. Спустя пару лет он перебазировался в Караганду, где на сегодняшний день является брендом региона. Карагандинцы, гости города и казахстанцы, и далеко за пределами нашей страны, наш театр знаменит прежде всего тем, что его репертуаре есть замечательные классические оперетты Имре Кальмана, Офенбаха, Лигара, казахстанских наших композиторов. И театр, когда совершает большое гастрольное турне, он всегда поднимает имидж нашего города, чем мы и гордимся. Сейчас здесь действует множество структурных подразделений. Театр-студия «Буратино», студия ростовых кукол, балеты детской и театральной студии. Артисты, вокалисты, инструменталисты – основная гордость театра. В труппе состоят более 360 человек. С течением времени она пополняется новыми талантливыми выпускниками и воспитанниками артистов театра. Дарья Чеканина, Николай Шевелев, Пятый канал.